Можем сегодня сделать стрижку вихрь, чтобы все в шоке были. Главное, чтобы не жена в шоке не была. Пути. Так, я сейчас начинаю нервничать. Ага. Сейчас только что я был сейчас наебан, правильно? Кто ты такой вообще? Кто ты? Всем привет, друзья, вы на канале Борис Пранкс. Прямо сейчас я нахожусь в барбершопе. И сегодня я буду притворяться барбером. И я заставлю посетителей барбершопа Белоусов поволноваться за свою стрижку. Давайте начинать. Погнали! Борис. Андрей. Очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Приветствую. Борис, присаживайтесь. Я, Игорь. Борис, очень приятно. Так, ну. Давай, смотри. Какие у вас пожелания, как обычно стрижетесь? Может, покажете сразу? Сзади. Я убирал вот сзади. Ну вот, состригите, сколько обычно вы. Ага. Больше. Ну, короче, я хочу, чтобы вот будут побили, чтобы просто было коротко. Я здесь не оставляю. Видишь, пятак. Так, как-нибудь вот здесь вот по форме чуть подскроем. Давай. И все, вот это как фишку оставим здесь. Давай. Сейчас вас к зеркалу поверну. Так. Как по высоте? Да ну, нормально. Самое то? Ага, фишечка. Как лучше? Наверное, немножечко повыше. Во. Все, вот. Я сейчас тренируюсь на конкурс чемпионат России. Даже да? Да. В прошлом году занял второе место. Сейчас хочу пойти на первое. Мне нужен был человек, у которого длинные волосы. То есть мне максимально повезло. Видимо, да. Поэтому сегодня у вас будет что-то особенное. Можем сегодня сделать, например, стрижку вихрь. Такая экспериментальная будет закручена против часовой стрелки. Чтобы все в шоке были. Главное, чтобы не жена в шоке не было. Так, если не против, сейчас я немного жахну. О, хорошо. Готов теперь. Я настроение принял. Раз, два, три. Так, ну тогда помоем голову. Так. Полотенчика. Так. Подождем, пускай стекает. Хорошо. Ага. Пол дела сделать. Полотенце себе оставлю на память. Легенький напиточек такой для настроения. Почти без алкоголя. Так, эту штуку накину. Легкий напиточек для настроения? Так. Что, задом наперед меня, да? А, так. А, сейчас второй накинем. Точно, чтобы не прошло. Я чувствую, меня тут, короче, по соли стебут, походу, делать. Все, волосы высушили, намочили. Сейчас отряхнем от воды. Сегодня попробуем сделать стрижку, с которой буду выступать. Это торнадо. Вторую на цепи. Пути. Ух, сейчас состригу под ноги. Так, ладно, начинаем. Да. Не бойтесь. Так, сейчас, секунду. Для гигиенической стрижки собак и кошек требуется незамысловатый набор инструментов. Две мыши. Так, это не то видео. Что за хуйня происходит? Какая собака, какая кошка? Еще собак и кошек стрижешь, да? Да, я стригу. Мне, кстати, больше нравится, чем людей. Что? Поехали. Ну да, поехали. О, все. Посыпалось так. Сейчас чуть подснимем. Вот сколько обычно? Сколько снимают по длине? Нихуя себе.
Я не знаю, тебе тут сверху увидеть. Ну ладно, блять, сейчас, если меня на лысо подстригут, я поубиваю здесь. Да нет, ну вы что, господи, я не первый год работаю уже. Ну давай, я тебе, сейчас главное, чтобы это, слышишь, там на голове волосы остались. Мне интересно, моя стрижка будет тебя как под пуделя или опять, или как-то по-другому. Блять, у меня столько волос, оказывается, есть, что ли, я чуть лицо не так, сейчас подстроим. А вот так, красота. Сзади делаю такую штуку стильную, зубы дракона называю. Угу. Друзьям будете говорить, зубы дракона у меня, смотри. Так, одну секунду. Я могу даже с закрытыми глазами стричь, так давно этим занимаюсь. Ну да, хотите, покажу. Смотрите. Видали? И все четко, не сомневайтесь. Ладно, все, больше не буду спойлерить. Такие волосы, когда хорошие, здоровые, длинные, сразу же на что-то вдохновляют. Например, Prodigy. Это вообще топчик. Блин, это круто. Я точно выиграю с такой прической. Ох, единорог. Сейчас, может быть, все-таки... Нет, лучше единорог. Все-таки единорог. Это топ. Здесь такой эмоушен сзади. Вы предвкушаете уже, да? Да. Как вы увидите. Только не подсматривайте. Нет. Так. Да, сейчас будет сюрприз. Так, сейчас принесу машинку для ручной стрижки, чтобы последний штрих. Когда-нибудь видели такое? Так, блин, застряло. Так, сейчас. Не больно так? Сейчас я вернусь. Опа. О, все, достал. Извиняюсь, такое редко бывает. Видимо, плохо заточили вчера. Нужен full emotion. Это же чемпионат России. У вас ноги сильно волосатые? Ну да. Так, сегодня надо еще вот здесь вот небольшую отработку тоже сделать. На ногах. Серьезно? Да, у нас также на чемпионате будут делать, ну, как бы продолжение стрижки идет на ноги. Опа. Сейчас со стрижкой уже заканчиваю, да? Ага. Опа. У меня подпись плюсик. Все. Готово. Может, слышали? Брюс Торрес меня называют. Да. В кругах барберов просто гроза. Ну что, вы готовы? И опа! Как раз такой единорог. Prodigy. Оно идет вперед и закручивается, как бесконечность, в общем. Сзади я здесь такую, как бы, пирамидку вот здесь вот выбрал. Иллюминаты, знаете, вот те, кто контролирует весь мир. Фото. Блин, это топ. Здесь это вход и выход. То есть это, опять же, как бесконечность. Здесь вход, здесь выход. Поранился чуть-чуть. Ну, ладно. Так. Так, я сейчас начинаю нервничать, блядь. А когда я начинаю нервничать, блядь, Сергей, что за хуйня происходит? Надо мной, блядь. А что ты пьешь? Ты мне покажи, я тоже хочу выпить, блядь.
Что за хуйня? Ну, я вообще не советую, это мне там, ну, врач ладно, выписал. Ты когда ты меня отстригешь, я так понимаю, что мне так там три волосинки, блядь. Да мне наоборот бодрости придает, я так сосредоточенным, да, становлюсь, зрачок расширяется. Короче, я начинаю нервничать, блядь. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Меня, я когда я начну волноваться, ты услышишь или увидишь. Да, да, я... Поверь. Поверьте, что повода не будет вам беспокоиться лишний раз. Не больно? Нет, мне еще пока не больно. Так. Сейчас лезвие, но потом что-то, блин, поранился. Так, нахуй, короче, слышишь, блядь? Ебать, снимай с меня эту хуйню, блядь, ёптвою. Я вообще не понимаю, это что за хуйня, блядь? Что тут у меня... Блядь, мне это не нравится, Сергеич, нахуй. Слышишь, сними с меня эту тряпку, нахуй. Сними, иди, блядь, иди. Мочалка, я себе, блядь, руки мою, нахуй. Понравилось, что, да? Ты плачешь, блядь, что ли, блядь? Все. По стоимости сориентировали вас. Сколько? 2000 стрижка, 1000 укладка. Смотри, что вообще за бесплатно? Все. Прямо. Как бесплатно? 2000 рублей. 2000 рублей? Еще 1000 укладка. 1000 за укладку? Я, может, сейчас покажу, чтобы все на это. Нет, у нас по записи сейчас Андрей должен был прийти. А фамилия у нас Золи? Нет. Просто записывался Андрей. Вас как зовут? Меня зовут Андрей, слушайте, просто интересно, вот, ну, что конкретно происходит, то есть, где вот управляющий, там, с кем вам поговорить. Просто, ну, будем честны, будем честны, никакого соревнования в России там нет, правильно? Почему? Ну, потому что сейчас только что я был честно наебан, правильно? Алло, Андрю? Да-да. Это в какой барбершоп вчера ходил? Чоп-чоп. Чоп-чоп? Да. Это, видимо, мы что-то перепутали. Чоп-чоп? Ну да, а что такое? Что случилось? А тут два барбершопа было? Ну да, там рядом два барбершопа осталось. Андрюк, я сейчас зашел, меня тут на офигеть какую цену выставили. Брюс Торрес. Давайте вот, кто там вот? Кто меня вот запускал? Можно поговорить с человеком? Сейчас я его позову. Вот, говорит, нету денег у молодого человека и заявляет, что бесплатно хотел подстричься. А, вот оно что. Со мной сейчас что-то сделают тут. Если что, Бухарестской 114. Нет, с вами никто ничего не сделает, просто мы ожидаем от вас оплату. Сейчас я. Андрюш, кинь денег, пожалуйста. Подождите. Пальчик он, блядь, порезал, нахуй. Там что за хуйня это, блядь? Я чуть порезался. Давайте я доделаю вихрь. Просто я вы оцениваете. Блядь, не подходи ко мне, нахуй. Я сейчас тебе доделаю вихрь. Вы по обложке оцениваете. Горят. Слушай, давай сразу я решу вопрос по поводу того, что мне вилку или нет. Что было? Что не так? Что он сделал, что тебе не понравилось? Слушай, я не знаю, блядь, это прикол, не прикол, как бы, блядь, что мне понравилось. Во-первых, что он там, блядь, пьет, нахуй? Что такое вообще, блядь? Ну... Она без запаха, но не советую пробовать. Если это, блядь, вот... Я сейчас что-нибудь, блядь, скажу, нахуй. Я тебе серьезно говорю, сейчас твой человек этот пострадает, нахуй, убери от меня его, ёпты. Что вообще с этими бритвами, блядь, пальчик, нахуй, там порезал. Давай, Милеточка, мне посмотри. Ну, нахуй. Нормально же, то есть, в принципе, ты в целом. Ты нормально, блядь, ты откуда вообще взялся нормально, блядь? Где ты взялся? Кто ты такой вообще? Кто ты, блядь? Ты мне скажи просто, какого хуя ты ко мне вообще подходишь, родной, блядь? С какой-то бритвой, блядь? И меня что делаешь, нахуй? Убери его нахуй отсюда, блядь. Ладно, Игорь, и прошу ладно, прощения. Нахуй не подходи, говорю, ко мне. Смотрите, это камера, это будет прикол. Мы сняли прикол, эта стрижка для вас полностью бесплатная. Я, блядь, пусть я человека ударил просто да так. Да все нормально. Блядь, просто... Блин. Я надеюсь, я не сильно, блядь. Нет, нормально все нормально. Блядь, а ты ждал, когда я ему по зубам дам? Народу просто краем глаза увидел, посмотрел, но я думал, ну все, блядь. Ну что, как прическа Prodigy? 2000, как бы, вот. Да, вот за это. Вот это, конечно, да. Я такого, конечно, не вижу. Мужики, вы разбили меня, меня так вообще никто не разбудил. Я вообще ничего не понимаю, а такое Prodigy, что за это такое? Блядь, а ты там взрослый мужик, горит, блядь, ебаный рот. Не, ну серьезно. Думал, что, ну, рано или поздно в этой жизни, наверное, в Петербурге попадусь, да,
И на самом деле, ну, очко вот пипец было. 3000 за это, я ну, ребят, что-то, блин, начали. Бля, извиняюсь, что я ударил, блядь. Да все нормально, честно. Я извиняюсь, честно. Все нормально. Просто, ну, бля, я псих-то в этом. Че, убить его не надо? А номер 20, это правда? Нет, конечно, я вообще, я этим не занимаюсь, на самом деле. Какой-то лопушок взял, со стрим, блядь, кинул на мочалку. Мочалка мне башку, блядь, это меня обило, когда я пальчик порезал. Я начал уже кипеть в этот момент, нахуй. Что-то, блядь, не то, что за хуйня, блядь, интересно. Бля, вы больные люди, включаю. Вот, извини, что я... Все, блядь, все, все за ним. Куда заходить, нахуй, когда задумаешься? Он меня постреляет. Дерзенмейн, то же самое. Да. Ты да ладно. И то есть сейчас это все нормально? Да, сейчас все сделаю. Конечно. Еще раз спасибо за эмоции, за реакцию. Извини, что тебя напрягли немножко. Да ладно, не весело. И приятная новость для вас, друзья. Если вы живете в Питере, то вы всегда можете прийти в барбершоп Белоусов и получить скидку. Для этого вам просто нужно сказать, что вы от Бориса. Ссылочку на их сайт я оставил в описании. И все, кому понравился ролик, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем спасибо, пока!